наш мир нам кажется большим. Да, да, да. И вместе мы играем с ним. Да, да, да. Мы будем песню напевать. Да, да, да. И вместе с вами танцевать. Бибизнайки. Здравствуйте, ребята! Мы уже запомнили с вами новые буквы. Букву З, букву И и букву И краткая. Здорово! Тогда сегодня мы запомним с вами следующую букву. Букву К. А что это за буква? Она нам не знакома, она нам неизвестна, ведь новая она. Но мы ее запомним и повторим мы снова, что буквы алфавита мы знаем. На ура! Да! Есть буква К, и вот она. Да! Запомним слово мы тогда. А, это котенок! Да! И буква К! Ура! Нам очень нравится игра. Какие вы молодцы, Бибизнайки! Продолжим! Да! Есть буква К, и вот она. Да! Запомним слово мы тогда. А, это котенок! Да! И буква К! Ура! Нам очень нравится игра. Теперь мы знаем букву, и нам она знакома. Теперь мы все запомним, как выглядит она. Мы маме все расскажем и повторим ей снова, что буквы алфавита мы знаем. На ура! Замечательно, Бибизнайки! Теперь все малыши запомнят букву К. Спасибо, Бибизнайки! И до новых встреч!